الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمبيدة مقتنع عبد الله بن الشباب من مفتي تأثير عبد الشيرون رمضان شريف لمن بريد شتر وقتل رمضان شريف أي مشاط مدن ومبارك أي مشاط سيد الشباب لمن جملة من جانكم من توحيد الله سبحانه وتعالى مبارك صحيح. В эти благословенные часы, когда мы совершаем первый салат Таравих, первые благословенные ночи месяца Рамазана, от имени Центрального духовного управления мусульман России, сердечно поздравляю всех правоверных братьев и сестер с началом благословенного месяца Рамазана и первого Таравиха. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда видел вновь родившийся месяц, он произносил молитву Аллаху хилля рушди мухайля. О Всевышний Господь мой, Аллах субхану ва тааля, пусть этот месяц будет месяцем наставления на истинный путь мира и благословения Твоего. Рамазан месяц отличается от других месяцев. Это все дни нашей жизни. Да, и солнце восходит, новый день начинается. А у нас день начинается с закатом солнца, с ночи. Полтора часа тому назад солнце зашло, месяц Шаабан закончился, и начался первый день святого благословенного месяца Рамазана. Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям говорит, 11 месяцев вы наслаждались этой жизнью, своим радостью, удовольствием, вместе с ее заботами и проблемами. Хазари Рамазан, но остерегайтесь месяца Рамазана. Это месяц Всевышнего. Все 24 часа должны быть посвящены каждому дня этого благословенного месяца служению Всевышнему и поклонению Ему. Если в другие дни мы совершаем эти краткие молитвы, делаем добрые поступки, здесь, в этом благословенном месяце, весь день, когда соблюдаем пост, на нашем языке говорится, ура, зато там, пост держу. С какой стороны и за что держать? Соблюдать пост, ничего не делать, как будто. Никто не думает, что это за обряд, ни поклонов, ни земных, ни поездных, ни других каких-то отличий от обычного состояния вроде нет. Но в это время, с самого рассвета и до заката солнца, в течение почти что 18 с лишним часов, а недавно было и 19 с половиной в июне, самые длинные дни, долгие дни, мы отказываемся принимать пищу. По повелению Всевышнего, а с приемом пищи, добыванием пропитания, связана жизнь всякого живого существа. И человек в первую очередь. И добывание пропитания, зарабатывание на хлеб насущный, также является святым делом. Ибо спахать землю, растить хлеб первому человеку нашему предку, правду всего человечества, Адаму алейхиссалям, учил сам Джабраил алейхиссалям.
как землю пахать, как ее обрабатывать, как сеять, как убирать урожай и даже как сделать муку и как печь хлеб. Архангел Гавриил Джабраил алейхиссалям учил. Это святой дом. А в этом месяце святым обрядом является соблюдение поста, непринятие пищи, ни грамма, ни пить и ни кушать. В чем его суть? Аллах Раббул Алямин Священный Куран Карим говорит: «Кутиба алейки, айюха аллазина аману, кутиба алейкуму ас-сиям, кама кутиба аля аллазина мин кабликум лаалякум таттакун». О верующие, предписан вам пост, так же, как он был предписан и другим народам до вас, и посланникам Божьим за всю историю человечества. Пост был предписан, он предписан и вам. «Лаалякум таттакун». И смысл его заключается, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в этих словах: «Может, вы станете богобоязненными, благочестивыми». То есть в этом месяце Аллах Субхану ва Тааля учит нас воздерживаться, владеть своими эмоциями, своими страстями, потому что человек состоит из тела и души, вечной души, а тело оно бренно. И жизнь человека в этом мире ограничена. И в поисках пропитания человек может натворить таких бед, что добытый им станет ему харамом, если в этом какая-то афера, обман людей, как это называют, просто хапать, а не добывать пропитание праведным трудом, тоже станет харамом. Не только свинина, не только спиртное, но и украденное, и добытое обманным путем, какими-то аферами, мошенничеством. Все это тоже харам. Этот месяц учит нас и терпению. Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям прямо ответил о том, что Рамазан – это месяц сабр, терпение, воздержание. То есть, как в машине есть тормоз, если тормоза нет, какая бы эта шикарная машина ни была, сколько бы там сотен лошадиных сил не было, она бесполезна, только орудие смерти, погибли. Обязательно нужен тормоз. И в жизни человека этот тормоз должен быть. Аллах Субхану ва Тааля очень много видов тормозов сделал. И глаза прикрываются, не смотреть на ненужные. И чтобы ненужные слова не произнести, сколько преград. И зубы, и губы. Но прежде всего разум. Он должен осознавать, что ты произнесешь, что ты сделаешь, что ты натворишь. Ну и над разумом есть то, что может возобладать над ним и стать для него препятствием. Это эмоции, это страсти, потребности организма. Нас-Анар-Бесу называл это пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Это порывы страстей, которые всегда призывают к недоброму. И чтобы их обуздать, кроме разума и сердца, еще нужна сила воли, чтобы человек, который является высшим творением Всевышнего, знал, кто он, почему он Всевышним ниспослан в этот мир еще при рождении наместником Бога на земле.
Весь мир создан для нас, для людей. И солнце светит, и луна, и звезды, и все мироздание создано для человека. Для службы человека. А от нас вера и благодарность Всевышнему. И чтобы в этом мире через низменные страсти, через повседневные заботы и ее проблемы и блеск шайтана не нашел пути к нашему сердцу, к нашему разуму, Аллаху Субхану ва Тааля. Всего несколько обрядов осталось установить. Это и молитва, намаз, это и пост. Молитва как? Совершает поклоны, стоя это буква Алиф, А. Поясной поклон это Д, буква Д. И земной поклон буква Мим. Адам, по Всевышнему. Я в этом мире живу. Кроме меня, живности в этом мире очень много. И хищники есть. И хищные звери. И хищные птицы. Вокруг меня есть и те, которые, будучи неспосланными наместниками, твоим на земле превратились уже в хищников. Для них никаких нет преград. Не разделяет ни добро, ни зло. Нет никаких законов, не признают их. Но я сын Адама и сам Адам. Я сын человечий. Твое высшее создание. Вот встал на молитву и поклоняюсь тебе. И это для укрепления веры и выражения веры. И даже здесь, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Иблис пытается вас вбить в гордыню в ваше сердце. Вот какой ты уже праведник, какой ты уже святой, а сколько немолящихся, которые даже не знают, что такое земной поклон, поясной поклон, в какую сторону молиться, зачем она нужна. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна салата танха анил фахшай валь мункари валь багъи, яъзукум лаъаллакум тазаккарун». Подлинно истинные молитвы, намаз, которые являются первым признаком веры, выражающейся в действии. Вера, она внутри. Никто не может ни пощупать, ни проверить. И никто ее не может отнять, если ты сам не откажешься от нее. И явное выражение ее, прежде всего, молитва. Но и ее Иблис может коснуться. Священный Куран Кариме видели. Давай люди усадли. Какая горесть молящимся. Алладина хумасалятим сахун. Те, которые, даже будучи в молитве, просто ради вида ее совершают, забывают, что они в молитве. Или только для того, чтобы показаться, что ты, да, не отличаешься ни от кого, вместе с другими тоже совершаешь поклоны. Но здесь удивительные слова еще Всевышний говорит после этого: я, какая горечь и беда тем молящимся, которые и в молитве забывают, что они в молитве, и не обращают внимания на ее тонкости, зачем она совершается, почему она совершается, что она выражает. И к тому же еще в жизни своей, между молитвами, повалили Усамина Ладина, Уман Салатим Сахун,
Эллядина хум? Юраун. А? Юраун. 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 Которые своей молитвой проявляют лицемерие. Лицемерие дали. Не ради Бога исполняют, а чтобы среди людей показаться, что они тоже верующие. Уявнаун аль-Мааун, говорит еще Аллах Субхану ва Тааля. И даже мелочи повседневной жизни, кто-то что-то попросил, не будет ли у тебя соли, или одолжи мне свою лопату, или одолжи мне это. Сосед пришел. Даже эти мелочи, они удерживают. Какая тут связь с лицемерием в молитве и с жадностью, со скрытностью в отношениях с людьми? Прямая. Потому что настоящая молитва и истинный пост, он смягчает сердца, сближает людей. Именно поэтому и молитва коллективная 27 раз больше достойна перед Всевышним и воздаяние за нее, чем за молитву, которая соблюдается дома. В этот Рамазан мы впервые в жизни столкнулись с такой проблемой, что мечети есть, их сотни, их тысячи за последние 20-25 лет. Из нескольких сотен, 340 мечетей было всего в 80-м году. Сейчас только в России, в нашей любимой отчизне, 7,5 тысяч. И мы вынуждены временно отказаться от коллективных молитв, от совершения поклонов Всевышнему. Беда, которая постигла не только нашу страну, не только нашу республику, Башкортостан, но и весь мир. Мы каждый день видим и с ужасом смотрим, как сотни и тысячи людей ежедневно покидают этот мир от этой ужасающей болезни коронавируса. Мы вынуждены даже в пятничной молитве, пятничный день, который является хаджем для всех тех, кто не смог совершить хадж, даже отказаться от коллективной молитвы в пятничный день, молитвы благодарения, в родительский день. Но мы прекрасно знаем и уверены в этом, что из 99 прекраснейших имен Всевышнего самый первый после его имени Аллах Джалля Джалля идет Ар-Рахман Ар-Рахим, всемилостивый и милосердный. Иншаллах, и эта эпидемия пройдет, и карантины прекратятся, и наступит обычная жизнь. Но после того, как закончатся эти карантины, эти ограничения и в свободе передвижения, и в том, что даже экономическая жизнь во всех странах почти что прекратилось, обычной жизни уже быть не может. Мы должны прийти к такому результату, осознать. Данные наместники Бога на земле, но не все в нашей власти. «Ля хавля ва ля хуэта инна биллахи алия азим» учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
Я целый день могу мощи не удержаться от греха, не совершить доброе дело, только как при помощи Всевышнего и Его содействия. Он дает жизнь, и Он дает пропитание. Мы Его не добывающие, а пользующие тем, что дает Всевышний нам. И вот в этот благословенный месяц мы даже от пищи, не только в этом году, не только во время карантина, когда Рамазан полностью на время карантина приходится. Божий карантин. Не только от пищи. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман лам яда кабла зури валь амаля бихи, фалейса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху». Нет нужды Всевышнего соблюдение поста тем, кто не удерживается от лжи, от лжесвидетельства, от сплетен, от фальши. В словах и делах говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, это карантин, общий карантин на грехи. Целый месяц, чтобы не только наш разум, не только сердце, но и тело почувствовало, что это такое. Чтобы было полнейшее уважение и почтение к повелениям Всевышнего и к Его запрещениям. Это практика богобоязненности и благочестия. И воздается за нее, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Кто в этом благословенном месяце соблюдает пост, за него воздаяние у Айна Эшиби и говорит Аллаху Субхану ва Тааля, не ангелы, я сам буду воздаяние за это давать, а когда щедрейший Всевышний дает, он дает без меры, потому что ни у кого не отбирает, а из своей мощи, из своей щедрости дает. У Айна Эшиби. Но тогда все 24 часа из дней Рамазана являются ибадатом, поклонением Всевышнему. За каждую секунду соблюдение поста, даже после разговения до утра до рассвета, за то, что совершил молитву, спишь, принимаешь пищу, каждая минута, каждая секунда считается как намаз ибадатом перед Всевышним и воздаяние за нее безмерно. Кроме того, любой добрый поступок, доброе деяние, какого вида не было, Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям говорит, самый меньший из нее, из этих добродеяний. То, что мешает на дороге, прутик, щепка, камень, что лежит, это убрал ради Бога, даже это является садака. Напротив тебя идет человек. Ты проходишь мимо него. Вот обязанному кофеварщине Ахайка Садата. Даже улыбка на твоем лице – это уже садака благодеяния, говорит Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям. А не со хмурым лицом. Когда идущий навстречу тебе, тем более или вечером это, или в темном уголке, может подумать, кто это, что за бандит, что он мне сделает. Или целый вот так идет, чтобы даже ни грамма сомнения идущему навстречу человеку не было. Проходишь мимо, не пожалей, произнеси ассаляму алейкум, не понимай, так мир вам. Вот это взаимоотношения среди людей. Если в этом месяце, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кому-то преподнес то, что он может покушать после заката солнца и ифтар совершить, сколько, с каким людям он из своего угощения угостил, ему будет воздаяние так же, как тех людей, которые совершали пост столько же, и у них не уходит.
Поэтому это месяц священного Куран-Карима. Месяц благодеяния и милосердия. Взаимопонимание, мир и согласие. Учиться этому напрямую. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день этого благословенного месяца. Целый месяц. А месяц или 29 дней, или 30 дней по лунному календарю. И не растерять благодать этого месяца до следующего Рамазана и помнить. Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям еще говорил: «Ман сама Рамазана ва аддаху би ситти мин шаввала, фа каанна сама ад-дахра куллю». Кто соблюдает пост священного месяца Рамазана и затем еще прибавит к нему 6 дней после трех праздничных дней, фа каанна сама ад-дахра куллю, как будто он целый год соблюдал пост, говорит Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллям. Один месяц, самое меньшее расстояние в 10 раз, получается 10 месяцев. 6 дней умножим на 10, получается еще 2 месяца. Вот из этого простого арифметического числа и получается целый год. Значит, и вот эти 6 дней тоже очень значимы. Ай, Рамазан прошел. Гуляйте. Нет, не так. Были такие времена, в некоторых городах после прочтения совершения праздничного намаз байрама, ураза байрама, многие бежали в ближайшие магазины, чтобы, знаете зачем, пропустить. Постояли 200 грамм. Целый месяц воздерживайте, потом бежите туда. Какой это пост? На посту солдат не имеет права даже моргнуть. Всегда должен быть на чеку. И поэтому не 3 дня, не неделю, а целый месяц. Один месяц из 12. И эти уроки мы должны запомнить на всю жизнь, иншаллах. И в этом месяце в комментариях значение слова «Рамазан» есть и такие слова. «Рамада Ярмиду» «Сжигает и испепеляет». Этот месяц, благословенный священный месяц Аллаха Субхану ва Тааля, испепеляет все грехи, потому что человек, воздерживаясь от пищи, осознает то, что прошло за прошедшие 11 месяцев. Из-за куска хлеба, или торта, или пирожного, что он натворил? Кого оскорбил? Это нужно учить и детям. Уступать друг другу. Заботиться друг о друге. И помнить, что мы сейчас воздерживаемся от того, что есть. Зайдет солнце, наступит время ифтара. Альхамдулилля. Из благодати Всевышнего вкусить можем. И до самого утреннего намаза, до сахара. До завершения сахара. А тысячи, миллионы людей, и старый, и млад, лишены даже этого. Голодают в течение не только целого месяца, но и годы, и годы, и всю жизнь. Это месяц милосердия, благодати Всевышнего. И пусть он принесет нам и радость в наши сердца, что в этом месяце, всего за один месяц, можем исполнить один из 5 основных столпов веры нашей, искреннее доказательство искренности нашей веры. А затем исполнять и закят, и хадж будет еще легче. Мы учимся понимать Куран Карим, хотя бы одну сурру выучить в это время за 30 дней, чтобы добавить к нам в намазе, в нашей ракеате. Это будет запас
богобоязненными. Не страшиться Бога, а страшиться нарушить и Его повеление, и нарушить Его запреты. Так же, как люди страшатся нарушить закон или правила уличного движения, но там только милиционер или полицейский, гаишник, как говорили, прокурор, закон и наказание в этом же мире, но оно не вечно, ограничено сроками или штрафами, а нарушение Божьего закона, справедливости, чувствуешь жестокость, равнодушие, оно наказывается еще в этом мире при жизни, а еще предстоит держать ответ и в вечности. Рамазан Шариф Ярбас Мубарак болсын. Шаттық сүйініштерді келері айтар болсын. Бұл бәлелерден, ауырлардан, зәхметтерден құтылып, мешіттер бізді тәкбірлер әйті әйті шаттылық қуанап қуана Аллаху Әкбер. Аллаху Әкбер. Ла Нас и помеет сердце своей. Доброго пути, я рахмат.